Что еще можно делать в Ирландии, кроме созерцания красот? Если у тебя есть деньги, можно купить за 350 евро гастрономическое приключение. Обед из водорослей. Hello. Hello. Welcome. Thank you. I'm Franny Rattigan. Anastasia. Lovely to meet you and welcome to Sligo. Thank you so much. Знакомьтесь, друзья, Пренни водорослевед. Пренни – знаменитый в Ирландии фуд-экспериментатор. Она готовит еду из водорослей. Даже написала несколько кулинарных книг и провела кучу конференций. Пренни – настоящий фанат водорослей. Она убеждена, что они, как молодильные яблоки, делают человека здоровее, моложе и энергичнее. И вообще, когда иссякнут все запасы еды на планете, именно водоросли спасут человечество. Во время отлива побережье Атлантического океана превращается в настоящий огород, где куча съедобных продуктов. Главное – знать, какие собирать. Just make sure one foot is down. And see the sea spaghetti? Oh, this is spaghetti? Yeah! Нашли спагетти! Мы сделали это! Главное – не упасть и аккуратненько их срезать. Это морские спагетти. Ну а если быть точным, и манталия элонгата. Это прям кладезь витамина С и антиоксидантов. Они замедляют процесс старения в организме, укрепляют иммунитет и насыщают нас йодом. Ну что, мой первый водорослевый улов. Дан! Друзья мои, знаменательный момент. Я сейчас первый раз в жизни пробую свежие водоросли с Атлантического океана. Да, реально похоже на морковку. Carrot? Yes. Is that carrot? Yeah. Mm-hmm. Очень похоже на морковку. Окей. Okay. I'm okay. Fine. Yes. What is this? Вот и следующая вкусняшка – ульва. Это океанский базилик. Из него делают песто. Ну а также нам пригодится фукус зубчатый. Он – отличная приправа для блюд. В мое кулинарное приключение входит не только сбор водорослей. Их можно еще и приготовить. Do you like to cook? Yeah. Great, great. I've got a job for you. Okay. So? На самом деле, я не умею готовить, тем более водоросли. Okay. All right. Итак, маффины с красными водорослями. Not too small, just little pieces. Okay. Great job. Yeah. Is that okay? Yeah. You need to, bang it down a little bit more. Я даже с этим не могу справиться. Я буду измельчать сушеные красные водоросли. А Пренни тем временем приготовит тесто из муки, яиц, молока, разрыхлителя, лука и чеснока. И изюминка. Измельченные красные водоросли. Я внесла свой вклад в приготовление блюда. Я повар! Я профессионал! Мама, я выйду замуж! Хотя, конечно, если я буду кормить водорослями своего мужа, долго этот брак не продержится. В результате получаются вот такие необычные маффины. Солено-луковые булочки. Окей. Great, and we set the timer for 10 minutes. 10 minutes? Well done! High five! Great stuff, you can cook! Yay! Я не знаю, как вам, друзья, но моей маме точно понравится этот сюжет, потому что на кухне меня практически никогда не видно. А тут мне еще, наверное, сейчас еще попросят, если посуду помыть, то она вообще в обморок упадет.
А вот и дегустация наших блюд. Для начала смузи из водорослей. Seaweed energizing smoothie. Oops, enjoy. Несмотря на то, что это водоросли, это реально очень вкусно. Очень удивительно, но совсем нет соленого привкуса и не пахнет морем. Ну что, я уже там похорошела? Энергия, блеск в глазах. Так, окей, давайте дальше. Your scones. And the beautiful green seaweed that we harvested on the shore. Выглядит аппетитно до безумия. Это какая-то нереальная вкуснотища. Вот такое соленое тесто с соленым песто. Это ризотто. И как вы думаете, с чем? С водорослями. Неплохо. Ризотто, приготовленное с эмонталией и лангатой, на вкус это как ризотто со шпинатом или с морской капустой. Короче, с какой-то соленой травой. Честно говоря, я удивлена. Потому что я не ожидала, что из водорослей можно приготовить столько вкусных, потрясающих блюд. И я вообще ни капли не жалею, что пришла в гости к этой очаровательной женщине, которая меня накормила до отвала. Еще и готовить научила.